Невеста принца Гарри оказалась в центре российского скандала. В Британии разгорелся скандал из-за броши, которую на традиционный рождественский обед в Букингемском дворце надела баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, супруга принца Майкла Кентского. В Букингемском дворце прошел прием королевы Елизаветы II по случаю Рождества. Ежегодный ужин посетили практически все члены королевской семьи. Однако не обошлось и без скандалов. Баронесса Мария Кристина фон Рейбниц, супруга принца Майкла Кентского, появилась на торжественном семейном приеме с брошью в виде бюста чернокожего человека. Стоит отметить, что экстравагантный аксессуар принцесса Кентская решила продемонстрировать в тот день, когда Меган Маркл впервые встретилась с родственниками своего жениха. Пользователи сети раскритиковали баронессу, отметив, что мама невесты принца Гарри – афроамериканка, и выбор такой броши неуместен. После бури негодования со стороны народа Мария Кристина фон Рейбниц решила извиниться, однако ее пресс-секретарь отметил, что эта брошь раньше надевалась уже много раз, но никаких скандалов не было. Ее высочество приносит свои извинения и очень сожалеет, что могла невольно кого-то обидеть. Напомню, в 2004 году Мария Кристина фон Рейбниц также угодила в российский скандал. Тогда баронесса в одном из ресторанов Нью-Йорка заявила компании афроамериканцев, что им следует вернуться в колонии.